Привет, мои любимые русофобы и любители фейков. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Помните, я когда-то вас просил присылать мне видео, что у вас на душе, и после этого смонтировал такое вот общее видео. Если вы вдруг кто-то из вас не видел, то рекомендую посмотреть. По-моему, извините за тавтологию, душевно получилось, и люди действительно с душой к этому подошли. Хочу продолжить этот эксперимент, но теперь немножко по-другому сделать, и не про то, что у вас на душе, а обратиться к украинцам и снять один день из вашей жизни. Понятно, что там не полностью, не обязательно снимать, как вы ходите в туалет, извините. Просто, вы знаете, важное, что у вас происходит вот за один этот день. Я думаю, что очень многим людям all over the world, во всем мире, было бы интересно посмотреть, как вы этот день проводите, какие у вас заботы, вот что чувствуют люди во время войны. И это, мне кажется, будет сильным посланием для тех, кто еще не, почему-то не чувствует вот этой эмпатии и как вас сложно. Причем я обращаюсь не только к тем украинцам, которые в Украине, но и те, кто эмигрировали, те, кто в новых для себя условиях остался. В общем, если у вас появится вот это желание снять видео, то присылайте мне, расшаривайте на haletsky@gmail.com. Опять же, в описании это написано, в прикрепленном комментарии. Не обязательно монтировать видео, не обязательно какие-то супертехнические примочки делать. Вы не обязательно это одним файлом снимать, понимаете? То есть вы хоть там 100 файлов снимите и расшарьте для меня. Я эти видео увижу и смогу смонтировать. Я думаю, у вас несколько таких человек будет. Тоже не обязательно свое лицо показывать, не обязательно представляться и говорить. То есть это вообще не важно. Просто, знаете, можете так вот как от себя снимать, вот, как будто что вы из глаз видите, знаете, как угодно вообще. Вообще не важно. Может, вас мама будет снимать, или ваша подружка, или дружочек-пирожочек. Вообще, вот просто неважно совсем, как вы это сделаете. Мы хотим увидеть ваш день. Вы даже можете хотеть и не рассказывать, что мы видим. Можете просто молча это снимать. Вообще, абсолютно неважно. Вот. Давайте, единственное, я сроки поставлю, что давайте неделю. А то вот тогда про душу я долго ждал, когда снимут. Вот если за неделю пришлет какое-то количество людей видео, тогда я сделаю, смонтирую. Ну, не пришлет, ну, как получится. Мне было бы вот это интересно. Я просто для себя подумал, мне интересно увидеть день из жизни украинца, как сейчас это проходит. Еще раз. Просто снимайте в течение дня, что у вас происходит, вот по вашему мнению значимые моменты, расшаривайте мне это или присылайте на haletsky@gmail.com. Видите, это сейчас адрес у себя на экране, в прикрепленном комментарии в описании к видео тоже все это есть. И я из этого смонтирую видео. Все, слава Украине, жду ваших видео.